Сегодня мы были с младшей группой. Дети собирали пазлы, играли в подвижные игры, смотрели крымско-татарские мультики. Детям все очень понравилось, мне нравится. Сериал игры. Бүгін бізге балачылармен әртүрлі ойлар ойнады. Де Алла ақындарына келді. Балачылар тек дегенде көңілдері көтеріліп, үйлеріне қайта жақты. Черным длинным Валя Аса. Повторите все. Валя Аса. На сегодняшнем мероприятии «Крымское детство» мы провели мастер-класс по рисованию на стекле. Дети раскрашивали рисунки в национальном стиле. Благодаря мастер-классу мы увидели детей с творческим потенциалом. И в дальнейшем собираемся развивать их потенциал. Сегодня мы на «Крымском детстве». Мы сейчас рисуем рисунки на стекле. И когда я рисую этот рисунок, то я вспоминаю, как я с бабакой, как у меня бабака начала рисовать. Бүгін бақшысарай шәрімді балалармен біз көріштік. Балалар пек бөбірінің сағын қаңылар. Бер-бер вақыт кетчірмеге пек беген еді. Мне понравилось сегодняшнее мероприятие. Сегодняшний день мы провели с пользой. Рисовали и учили арабский язык. Хочу поблагодарить организаторов за сегодняшнее мероприятие. Эй, вақыт! Бүгін бәрсенен тезсізден көрішік. Пек бізер дұйқыларым. Әр вақыт ішінден қуанам, чүнкі біздің ішіміз девам еткен. Әр вақыт бұл ішіні девам еткенден сізні тұшынып, бұл ожаларыны да біз тұшынеміз. Чүнкі олар Аллах ризасы үшін сізнен берілер. Оз үлімлері, білгілері сізге берелер. Оның үшін сіздің адында, аналарыңыз, бабаларыңыз адында оларға тәшекірлер білдіреміз.